Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Gun Play, первый сир. И сегодня у нас будет довольно-таки необычная серия, даже очень необычная. Такого я еще не делал. Ну, хотя делал когда-то, но, блин, это было не то. Короче, пацаны, я зашел на свой старый аккаунт. Именно тот самый, где была i8, где был Rolls-Royce, где была BMW с номерами 3S38 и так далее. Где у меня был спортзал когда-то. Ну, блин, это поймут только старички, которые давно смотрят меня, которые следили за моим каналом почти с самого начала, того момента, когда я вернулся на Амазин. Поэтому, кто не понимает, все равно поставьте лайк, пацаны, и надеюсь, вы поймете. Короче, какой здесь ник? Кирилл Кириллов, пацаны. Вы скажете, блядь, какой нахуй Кирилл Кириллов? Ты что, ебанулся? Короче, расскажу вам, объясню, почему именно такой ник. Как вы помните, примерно год назад мой аккаунт деактивировали с причины типа махинации с виртуальной валютой. Хотя никакой махинации с виртуальной валютой не было. Как бы да. Но не будем о грустном, не будем в это углубляться, затрагивать эту тему. Просто скажу, что потом, когда вышло обновление глобальное, вот какое было, когда оно там было, блин. Короче, зимой, по-моему, оно было, да? Или когда? Ну, короче, вы поняли. Или летом. А, по-моему, в начале лета что оно было. Ну, короче, неважно. Вышло это обновление, и все аккаунты активировали. Мой аккаунт активировали, Кирилл Путбуль. До, ну, до того, как активировали аккаунт, я играл на аккаунте Кирилл Путбулови. Как вы все помните, я думаю, многие помнят. Путбулови. И что я сделал? Я здесь сменил ник на Кирилл Кириллов. А где был ник Кирилл Путбулови, сделал ник Кирилл Путбуль. Потому что перенести имущество Кирилл Путбулови на этот аккаунт было невозможно, поэтому я принял решение поменять просто ники. Как бы да, и сегодня мы изменим ник, как бы это легендарный аккаунт, потому что я на нем очень долго играл, на самом деле, как вы все помните. Здесь остался только вот скин, больше здесь ничего нету, машин нету, потом, ну вот статистику могу вам показать, 33 уровень. Как бы да, это тот самый аккаунт, пацаны. Я думаю, с вас обязательно лайк, потому что, блин, ну, я думаю, это такая ностальгия, реально, я зашел. Это реально просто ностальгия. Все мне снесли, на самом деле, вообще ничего не осталось. Вообще ни денег нету, ни машины, ничего нету. Абсолютно просто все снесли. Номер я, вот, какой-то обычный просто появился, и все так. Мобильный счет, законопослушность. Я заходил на такой аккаунт еще раньше, но, блин, я на него захожу там раз в полгода, возможно, и так далее. Сегодня мы сменим ник на другой ник, который подойдет этому аккаунту. Сейчас добежим, наверное, до скутеров, и там уже сменим ник. Поездим, посмотрим, не знаю, вспомним молодость, так сказать, как было когда-то. Я не знаю, что вам еще можно на этом аккаунте показать. Ну, MySkill, давайте посмотрим. Мои скиллы, они мне здесь не были прокачаны, да, видите, здесь у меня никогда не были скины, скиллы прокачаны. Я не покупал их, я их сам, по-моему, качал. Так, где тут винторез, пистолет, так, вот дробовик у нас есть. Ну, блин, круто, реально круто, я помню, блин, когда я качал, ну, не качал скиллы, когда я вообще играл на этом аккаунте. Блин, у меня реально было все просто, у меня был Rolls-Royce, я помню, как у меня было 54 миллиона, я в Казе ходил. Блин, это реально круто вспомнить, как когда-то было. Так, давайте поменяем ник. Я думаю, я придумал ник, я давно его еще придумал, на самом деле. Я закинул, кстати, денег, да. Вот, я закинул 50 рублей, чтобы изменить ник, ну и чтобы хватило, чтобы там, может, фуры арендовать, либо еще что-то. Так, перевести, нет, нам нужно сменить ник. Вот, сменить ник. Я давно придумал этот ник еще. Легенда Путбуль. Я думаю, это идеально ник. Этот ник идеально подходит этому аккаунту, поэтому. Так, легенда Путбуль. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Ну что ж, давайте изменим ник. На легенда Путбуль. Все. Тайм делаем. Так. Все. Просто идеально, блин. Фух. Я просто реально в шоке, блин. Тот самый аккаунт, пацаны. Скин за 700 тысяч. Ну, раньше он стоил 700 тысяч. Сейчас я не знаю, сколько он стоит.
Поэтому я хз на самом деле. Я просто хз. Ну вот теперь такой у меня ник, пацаны, если видите, то... Возможно, это я, вы смотрите только по уровню, хотя я на этом аккаунте вообще не буду играть, по сути. Ну, смысл играть на этом аккаунте, если это как бы пустышка. Здесь вообще играть нету смысла. Так, давайте, G-Skill, по-моему, да, команда там, G-Skill. Так, видите, все по одному уровню вообще, вот. Да, для бойсик 3 рейса всего лишь сделал. Ну, или один рейс сделал. Давайте, я не знаю, на туре рейс сделаем. Как бы я устроен здесь дальнобойщиком. Еще очень давно. Как бы, да. Блин, это жестко, реально. Я не знаю, что ты с этим аккаунтом вообще делаешь. Кстати, это, по-моему, наша машина, да? Да, это наша Family Kirill Game. Надо будет себя в семью принять на всякий случай, кстати. Как-нибудь. Так, у вас нет... Ну, ладно, тогда проедемся на... А, у меня денег не хватает. Окей. Окей, донат пишем. Блин, такая фановая, на самом деле, ламповая серичка, я думаю, вы понимаете. Так, пусть у меня будет 21 тысяча, в принципе, арендуем фуру. Чисто проедемся, повспоминаем, как было, что и когда. Блин, я думаю, это будет довольно-таки круто. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, пацаны, реально, потому что... Я давно хотел записать такое видео, но что-то руки не доходили, поэтому... Блин, это реально круто. Не знаю, что вам еще здесь показать, что у меня есть на аккаунте, либо было... Все истории, где я был, в каких организациях, тоже стерли, как бы я смотрел, хотел вам показать. Но я помню, что когда меня деактивировали, я был девяткой в итальянской мафии. Как бы да. Но что осталось с того момента, то это только скин остался и уровень, в принципе. И теперь у меня ник легенда Путбуль, если что. Ну, это просто я поменял, чтобы... Ну, потому что Кирилл Кириллов, ну, знаете, как это звучит... по-дебильному, а вот легенда Путбуль. Ну, как бы оно так и есть, потому что легендарный аккаунт, это аккаунт, с которого я начинал, когда я вернулся с МТА в КРМП на Амазин, короче, я начал именно с этого аккаунта, разбивался здесь. У меня здесь было 2 спортзала, блин, у меня были здесь охуенные просто машины, самые лучшие, на охуенных номерах. У меня здесь был дом на Рублевке когда-то. За 20 миллионов или за 30, я точно не помню, кстати, сколько они там стоили. По-моему, 20 миллионов, либо 30. На Шане, который дом, дома были на Рублевке, я там дом себе покупал. Блин, это было реально круто. Раньше, на самом деле, было круче. Я помню те времена. Блин, это было реально круто. Просто охуенно было. Блин, это очень круто зайти на старый аккаунт, повспоминать, как было раньше, что было раньше и так далее. Это реально круто. Но это будет единственное видео, потому что записывать на этом аккаунте вообще нет никакого смысла. Я просто ник поменял, как бы, и все. И все, просто будет этот аккаунт у меня. У меня еще есть аккаунт Кирилл Красава, там 11 уровень. Там также ничего нету, в принципе, поэтому. Ну просто этот аккаунт легендарный, а тот обычный аккаунт, как бы. Поэтому про Кирилл Красава смысла нету снимать. А вот легенда Путбуль, теперь это был не Кирилл Кирилл, а теперь легенда Путбуль. Вот это уже другое дело, на самом деле. Дальнобойщики, как бы, извини, дружище, все равно не те. Как бы, поэтому... Ну, вообще-то я первый заезжал, он, по-моему, вообще по встречке заехал. Или как он заехал, я так и не понял. Ну, довольно-таки неудобно он заехал. Я, кстати, не единственный ютубер, которого диактули. Как бы, да... Ну и я видел, что тоже там другой ютубер давно снимал тоже подобное видео. Как бы я увидел и тоже вспомнил, что я хотел такое записать, но потом что-то думаю, ладно. Как бы, Димка, Бенмор, приедьте, если что. В принципе, да, я видел у тебя видосик. Да, много, конечно, ютуберов, которых диагнули, серьезно, вот много. Тот же Джерри, потом Тимоха Домино, Димка Бенмор. Блин, много таких ютуберов на самом деле, которых деактивировали ни за что, как бы. И это довольно-таки печально. Это реально довольно-таки печально. Как бы, да. Я, кстати, еду, да, не по маршруту, но просто я решил не ехать, потому что, ну, смысла в этом нету, как бы. Я здесь играть не буду. Надеюсь, вам этот видос понравился, пацаны. Он будет такой разговорный был, такой не длинный, как бы. Потому что особо здесь показывать нечего, просто... Вспомнить былые времена, это всегда хорошо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки там, подписывайтесь на канал,
Ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.